Привет, друзья! Сегодня я хочу представить вам нашего нового артиста. Это американский той фокстерьер, его зовут Чип. Сегодня ему уже 1,5 года, но на видео, которое я хочу вам показать, ему всего 3 месяца. Можете посмотреть, какой талантливый ребенок. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А в следующем видео я вам покажу, что эта собака научилась делать за год. Не пропустите! Thank you.